Приветищи! Сегодня мы с тобой поиграем в штормовой патруль. Это то же самое, что МЧС, только на воде. Будем строить абсолютно свою технику так, как мы захотим, и спасать людей. А может и не спасать, я не знаю, я не играл, так что сейчас мы с тобой все посмотрим. Погнали! Это мы с тобой. Какие мы квадратные, ты посмотри. Блонди, чувачок. Слушай, ну у тебя труханы, это настоящие семейники. Ты чё мне пальцем тычешь, я не понял. Ладно, в общем, давай мы его прикрасим, приукрасим, точнее сказать. Пол у нас будет, конечно же, мужской. Сейчас мы тебе нормальный причесон замутим. Что за отстой? Нет нормальных причесонов, одна бомжатина какая-то. Я не знаю, может пирамидку оставить на башке? Вот, чисто, знаешь, такой неряха стайл. Только цвет волос надо в черный перекрасить, вот. Насчет бровей я не знаю, стоит ли их трогать, может там еще что. О божечки! Капец! Неряшливый дед! Усы, конечно же, усы нужны. Хе-хе-хей! Казачок, усатый мой! Сейчас он... О господи! Нормальных усов нельзя было сделать. Ладно, такие усы, борода, борода... О, борода, ничего такая, зачетная. Козью бородку оставим, что ли? Короче, я же... Штормовой патруль, бриться некогда, так что у меня будет вот такая пышная бородень. По поводу одежды. Наверху у меня будет жилетка. Нет, не будет жилетка. Футболка. Нет, не будет футболка. Футболка 2. С рукавами, смотри-ка. Давай мы ее в черный цвет перекрасим. О, не остили. Шорты. Низ и подштаники. Давай-ка я буду в подштаниках гонять. В белых. Вообще огонь. Ботиночки или гетры? Конечно же гетры. Ой, господи, бабушка моя увидела, залюбила бы полностью. Еще бы сказала, шапку надень. О, а вот и головные уборы. Шапочка, пожалуйста, вот тебе шапочка. Фуражка, рыбак. О, вот эта штука классная, кстати, от дождя спасет меня, если я вдруг попаду. Шторм. Шапочку обычную берем, как бабушка мне советовала. Насчет очков. Короче, обычные очечи покупаем, вот такие брутальные. А, конечно же, нам нужен спасательный жилет. Вот. Спасательный жилет у нас будет оранжевенький. Очки у нас будут оранжевенькие. Типа я ж на стиле. И шапочка у нас будет оранжевенькая. Вот это я понимаю. Все, персик у нас готов. Погнали. Добро пожаловать в игру. Обучение. Ну, конечно же, нам сейчас нужно пройти обучение. Ваша лодка была повреждена во время шторма. Воспользуйтесь редактором, чтобы починить ее. Конечно же, мы сейчас все починим. Не вопрос. Что это за бумажечка? От бабушки, что ли? Шапку надел? Карты какие-то, бутылку могу поднять. Я чё, алкаш, что ли, какой-то, который бухает на работе? Я не понял. Ладно, это все выкидываем. Так, книжечка есть. Я понял, что я могу поднимать предметы силой мысли. Без всяких рук и прочей лободы. Мы живем в прогрессивном мире. Поднять кастрюльку. Да, яйца смогу потом себе сварить. Ладно, пойдем посмотрим, где наша лодка. Как ее починить. Курточку нам надо одеть, накинуть. В принципе, я уже в жилетке. Свет вырубим, конечно же. Дверь, откройся! Я пошел на работу. Графон отпадный. Просто великолепный. Все такое плоское, квадратненькое. А это что за вышка такая? Ууу, наверх что ли можно залезть? Давай попробуем, может получится. Мы лезем наверх. Вот эта табличка, ваша лодка была повреждена, ее нужно починить, она так и будет на протяжении всей... Фух, чуть не упал. С лестницы соскочил, думал, сейчас улечу нафиг вон туда. Хотя я могу, смотри. Сбросился, и мне пофиг. Блин, эта табличка теперь не исчезнет, видимо, пока я лодку не починю, да? Я взобрался еще раз сюда. Посмотрите в округе, где я нахожусь вообще. Нахожусь я на каком-то островке. Вокруг тоже одни островки. Материка не видно. И вот там вот, смотри, походу это строительная наша площадка. Потому что это ангар. Куда нам, собственно, и нужно. О, да, мастерская. Я был прав. Ну, значит, я как супергерой просто оттуда прыгаю, потому что мне по барабану. И вот так вот. Хлыбыч, нафига здесь лесенки? У меня тут суперсила есть. Я вообще без рук могу предметы поднимать. Да и прыгать с любой высоты. Так. Мы зашли в нашу мастерскую. Здесь очень любопытно и интересно. Вот наши инструментики. Там какая-то огромная розетка непонятная. Пойдем подойдем, посмотрим, что это. А, это крюк. Мы всем этим делом можем как-то управлять. Но трогать я это не хочу, потому что я сломаю. Я еще тот рукожопный спасатель. Давай лучше посмотрим, что у нас в мастерской. Мастерская. О, чувствую, сейчас мы с тобой построим. Точнее, достроим, потому что кораблик у нас уже есть. Значит, надо поставить блок вот сюда. Поставили еще один. И еще один. Угу. Поставьте еще три блока. Да легко вот так вот. Хлыбыщ. Нажмите на угол в быстром доступе. И достройте
угловую часть. Подожди, как? Вот так-то. Здесь нам тоже надо уголок поставить грамотно. Чпиньк. Готово. Теперь вот этот вот блок выбираем. О, нифига себе, как тут все сложно. Эти блоки мы можем поворачивать при помощи букв. Заморочено, конечно, но ладно. Все, кораблик мы достроили. Теперь нам нужно подредактировать логику. Нужно подключить кнопку включения-выключения. Это будет включать и выключать двигатель. Что это? Это... Ага, это вот эти вот красные кнопочки, да? Вот это выключатель, включатель двигателя. Значит, мы его берем и тащим сюда. А, это, подожди, это не зажигание, это кнопка сигнала. Чуть не замутил так, чтобы если я гуданул, у меня двигатель заводился. Кстати, прикольная штука. Читаем. Зажмите левую кнопку мыши на одном кружке и доведите до второго. Ну вот он, второй мигающий. И это сигнал. То есть я сейчас двигатель прикреплю к сигналу все-таки, да? Я был прав. Вот, подсоединили. Это что у нас? Обороты. Обороты подводим сюда. Теперь нам нужно настроить рулевое управление. Значит, подключаем вот сюда и вот сюда. Все, вроде бы логику настроил. Зайдите в раздел соединения логикой силы. О май гад. Теперь нам нужно соединить двигатель с пропеллером. Ну, как бы лодочка готова. Назовем ее булочка. Сохрунить. Все, помчались. Помчались, все, мы... У вас новая миссия. Нажмите N, чтобы посмотреть лист миссии и их информацию. Вот, tutorial mission, я вижу. Миссия есть, теперь нам нужно куда-то плыть. О, вон туда надо плыть. Нажмите E, когда смотрите на предмет, чтобы поднять его. А какой предмет мне надо поднять? Что мне нужно с собой? Ящик нужно? Ну давай ящик мы вот сюда скинем. Ой, рукожоп, ящик утопил. Смотри-ка, он плавает. Ладно, я думаю, что он нам не нужен был, да? Те скини будем брать. В принципе, я здесь больше ничего не могу взять. В общем, погнали, погнали. Садимся в нашу лодочку. О, спасательный круг забыл. Спасательный круг. А, мне ящик надо было взять. Смотри, значит, берем ящик. Тарабаним его вот сюда, в нашу лодочку. Хлыбыш! Запрыгнул. Я думал, я в воду упал. Ну давай, давай, кладись сюда. Да что ж такое-то? Падай, ящик, падай. Я сейчас лодку утоплю. Ну, ящик, ну что ты? Ну что ты такой? Ну, можешь ты нормально? Давай на себя уроню его вот так. Да чтоб тебя! Ящик, что с тобой? Что не так? Ладно, давай я за кресло тебя посажу. Вот, будешь управлять нашим трактором водяным. А как нам подняться? Подняться. А, вон лесенка есть. Подниму все-таки инструменты. Вот так вот, пускай они здесь полежат. Я пойду спасательный круг возьму, потому что с моими приключениями всяко бывает в жизни. Вот, ништяк. Все, можно мчать. Садимся, значит, за руль. Ни черта не видно, коробка мешает. Нажмите Tab, чтобы войти в вид из-за спины. О, вот так-то получше. Офигенно я сижу, мне прям все видно. Так, ладно, помчали. А как двигатель завести? Подожди. Нажмите Tab, чтобы вернуться в вид от первого лица. Хорошо. Нажмите E. А, во, запоминающая кнопка. О, двигатель завел. А почему она запоминающаяся? Ну ладно, это не важно. Важно то, что я должен сейчас поехать. Мы едем! И ты слышишь, какая музыка играет спасательная? Сейчас мы кого-нибудь спасем. Доставим ему коробку. Блин, ну то, что она так у меня сверху. Это вообще... Триста метров осталось до цели. Уже вижу, куда пришвартоваться. Вон там вот. Но это не для нас, это для слабаков. Мы просто заедем на песочек. Эпичненько. Мы же ёкарные спасатели. Ща, вот так вот пришвартуемся на песочке. Вот это я понимаю, и коробочка свалилась. Ништяк. Все, выходим. Берем коробочку с припасами. И пойдем спасать людей. Нам нужно накормить людей. Там же припасы, я надеюсь. Я не понял. Почему я здесь не могу пройти? Здесь невидимая стенка. Какого лешего? А, черт подери. Придется припарковаться, как положено. Завести корыто. Задний ход. Давай, давай. Давай, давай. Я думал, что все, я заглох тут на этом песке. Разворот. А теперь надо грамотно пришвартоваться. Как это только сделать? Лодка просто неуправляемая. Есть, наконец-то. Бочком давай. Давай, давай, давай. Ништяк. У нас получилось. Выходим. Немножечко ножки намочил. Ничего страшного. Кстати, я же могу сделать еще вот так вот. Смотри, какой брутальный перец в оранжевом. Персик. Я бы сказал, а не перец. Сейчас мы заберем коробочку.
хлыбыч, поднять коробочку. Смотри, смотри, без рук я таскаю. И как я прыгаю, просто мощь. Земля содрогается под моими пятками. Все, потащили коробочку, значит. Божечки, как он по лестнице поднимается. Ой. Конечно же, ты сейчас скажешь, что графика — это не важно, главное — сюжет и идея игры. Так, кажется, я перебежал пункт, куда мне нужно сдать эту коробочку. Ее нужно... А, мы в медпункт припасы доставляем. Туда я зайти не могу с коробочки. Коробочка, прости, оставляем тебя здесь. О, смотри, награда! Пробирочка, окно и бабки. Неплохо, только зачем мне эти пробирки? Ладно, все, надо возвращаться домой. Я сейчас в аптечку забегу. Здрасте. Есть кто дома? О, чашечка с кофе. Можно я это дело выпью? Как мне это выпить? Нифига себе, смотри, как я на кофе зыркую. Кофе, я кофеман. А есть что перекусить? Выключатель. Я понял, это тупо госпиталь. А что по телеку идет? О, телек, спасибо за телек. Все, выносим телек отсюда. Привез припасы, а телек утащил. Да быстрее ты топай своими культяпками. Забрасывай и сваливаем, пока никто не спалил. Хорошо, что там никого не было. Вот так вот. Ай, опять намочил свои пяточки. Сейчас, все будет. Вии, да блин. Садись, каракатица. Заводим двигатель. Ай, он был включен. Я его отключил. Все, помчали домой. Телевизор стырен. Знаешь, сейчас музыка так играет, как будто я мега крутой поступок какой-то совершил. Ю-ху, мы прибыли домой. Бочиной, блин, не вошел. Мы прибыли. Я привез наконец-то телек себе в дом. А то совсем одичал. Опа, без общения, теперь будет хоть с кем поболтать. Блин, не могу подняться с телеком. Телек, прости меня, тебя нужно чуть-чуть намочить. Надеюсь, ты будешь работать после этого. Не обидишься на меня. Поднимаем. И вытаскиваем. Вот так. О, хорошечно. Тарабаню телевизор я домой. Буду споки-ноки смотреть. Да что ж такое, телек не пролазит. Да блин. А. Давай вот так вот попробуем. Телек, гуляй рядом. Рядом. Вот. Да блин, ну что такое? Что за несправедливость? Телек бросаем тогда. Нет! Телек, прости меня. Ты слишком жирный. Все, я поднимаюсь. Брутальной походочкой. А ты знал, что у меня есть нитро? Смотри, как я бегаю на нитро. Как мои культяпки быстро двигаются. Кровать. Надо закрыть вначале дверь. Вот так. А теперь нужно лечь на кровать. Все, я лег. Нажмите на кнопку, чтобы уснуть и перемотать время до следующей миссии. Окей. Поздравляем, вы завершили обучение основам. Нажмите сюда, чтобы проснуться. Доброе утро, страна. Я проснулся. И чё? И чё мы теперь делаем? Тупо сидим на этом острове и строим корабли? Давай посмотрим список миссий. О, есть новенькая миссия, смотри. Испытание АС. Нужно погрузить 3 коробки и доставить их для испытания. Ну что ж, ладно, давай возьмем эту миссию. Спускаемся вниз к нашему ангарчику. Там уже 3 коробочки вон стоят. Вот такие вот коробочки. Мы как бы с одной коробочкой еле доплыли до острова, а тут их целых 3. Нужно лодочку расширить. Это чё? Мусорка! Чуть мусорку не спер. Что ж меня все тянет упереть? Так, значит, нужно построить новую лодочку. Или расширить старую, я даже не знаю. Предлагаю вообще построить свою лодку. Все это дело мы удаляем. Вот так-то, смотри, у нас только один блок есть. И 15 тысяч баксов. Вот на эти 15 тысяч баксов мы сейчас и забубехаем себе огроменную лодочку. Ну, посмотри на мою красотку, что я здесь замутил. Короче, я что-то тут намудрил, конечно. Построить-то я ее построил, а вот с логикой я еще, конечно, не разобрался. С логикой у меня вообще проблемы. Короче, здесь в чем фишка? Нужно подсоединить все системы, чтобы они работали. То есть, чтобы перья рулились от джойстика. Двигатель заводился. Ну, кстати, двигатель я сделал так, чтобы он заводился, когда водитель садился на кресло. Ты прикинь, в кресло садишься, и двигатель заводится. Все круто. Также я сделал выключатель для нашего фонарика. Вот этот фонарик будет отключаться и включаться вот от этой кнопочки. Вот это у нас бензобак. Он у нас подводится к нашему мотору. Ну, а от мотора у нас идет крутящий момент к нашим лопастям. Сейчас режим переключу. Во, так-то виднее. От двигателя все идет к лопастям. К
Кстати, я еще жидкости не настроил. У нас топливо должно выходить. Точнее, от двигателя должны выходить выхлопные газы. Но почему-то я это не могу сделать. Вот здесь у нас трубы стоят. Но что-то как-то не получается. Ну, тогда трогать мы это дело и не будем. Что ж, давай попробуем завести же наш драндулет. Все, мы построили наш драндулет. Вон он его колбасит. Слушай, так он утонул. Смотри, он уже наполовину в воде. Тяжеленький получился, да? Да, вон там, где двигатель, совсем уж тонет. Черт подери. Ну и строитель из меня вышел. Ладно, пойдем хотя бы завести, попробуем. Значит, садимся в наше кресло. О-о-о, нифига себе, ты посмотри, как мы летим. Мы прям мчим на скоростях. Жесть. Вроде поворачивает, все хорошо. А можно как-то отрегулировать? Да что ж такое, я прям лечу, я коробки забыл захватить. Надо развернуть. Все, это у меня уже подводная лодка. Надо встать с кресла, чтобы он заглох. Блин, как плохо, что я не сделал кнопки. А ну-ка, давай фонарик хотя бы проверим, он у меня работает. Нажимаем. Вроде. Ты видишь, у меня фонарик работает, нет? Вон, фонарик засветил. Давай отключим. Ага, фонарик отключился. Шикарно. Просто шикарно. Но как бы мне теперь остановить... Черт подери. Остановить это корыто. Да ну в топку. Вылазим. Все. Была плохая, очень плохая идея замутить работу двигателя, когда я сижу в кресле капитана. Очень плохая идея была. Ладно, залазим еще разок. Давай назад, 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 назад. Хочу назад. Ты меня назад будешь вести? Я хочу назад. Да что ж такое-то, он только вперед меня везет. О, господи. В общем, я бросил свою лодку, но мне пришлось, но просто я не могу на ней рулить нифига. И сейчас вплавь доберемся до нашего ангара и немножечко переделаем лодочку. Ну что, вроде бы все. Пойдем попробуем еще разочек. Надеюсь, что в этот раз все получится. Наша лодочка. Только не утони, пожалуйста. Только не утони. Тебе нельзя тонуть. Опа. Значит, садимся в наше кресло. Отлично, лодочка не завелась. Нам нужно нажать на эту кнопочку. У-у-у. Завелась. Теперь. Мы не поедем просто так. Нам нужно вот этот рычаг немножечко подергать. Добавим скорости. И смотри, мы едем. Мы теперь умеем регулировать скорость. Шикарно. Шикарно, просто чума. Так, но нам теперь нужно назад. Назад, пожалуйста. Сдайте. Че, у меня заднего хода нет, что ли? Твою ж налево. Заднего хода нету. Ну, капец. Ладно, будем только передом разворачиваться. Ой, темнеет уже, надо прожектор включить. Включаем прожектор. Вот так-то лучше. Давай, корыто, разворачивайся, надо за коробками вернуться. Выяснил, что бак нам сейчас, в принципе, не нужен, поэтому мы его убираем. Вот так. Трубки нам вот эти тоже нафиг не сдались, убираем. Надо фонари врубить, а то совсем ничего не видно. Ща, погодь. Вот это за... О! Отлично. Только я не понял, почему внешний свет отрубился? Включить, пожалуйста, внешний. А, блин, либо внешний, либо внутренний свет, да? Знаешь, что меня сейчас терзает? Хватит ли нашего прожектора на то, чтобы освещать нам путь? Вот это вопрос. Хотя вроде не сильно темно. Ладно, садимся в кресло. Заводим наш драндулет. Угу, есть контакт. И даем газку. Помчали с ветерком. Ой, темно, ничего не видно, надо свет включить, забыл про него. Вот так. О, ну как бы... Это разве прожектор? О, он вообще толком не светит. Надо будет лампочку заменить на другую. Газку упадайте, пожалуйста, в пол. На максимуме. Главное не перевернуться и ящики не потерять. О-о-о, нет. Сбавляем скорость. Не потеряли ничего? Фух, слава богу, не потеряли. Так, мы приближаемся к острову. Нам нужно вон туда подплыть. Ну давай, разворачивайся, ну ты чё? Ты прикинь, мы не к тому острову приплыли. Капец. Я-то думал, нам на этот остров, а нифига нам вон туда калашмарить надо. И знаешь, сколько нам туда калашмарить? 2,4 километра. Это абзац был просто. Смотри, вот это мы плывем, да? А нам нужно докарабанить вот сюда. Офигеть можно. А прикинь, если у нас сейчас топливо закончится. Я буду тихо счастлив. Можно будет утопиться прямо в море. Кстати, смотри на маяк. Я даже его под водой вижу. Бульк. И мы видим его даже под водой. Магия.
Ты видишь трубу? Я думаю, что ты уже видишь трубу. Мы приплыли на какой-то, я не знаю, это какая-то промышленная зона. Видимо, остров предназначен исключительно для АЭС. Если ты не знал, то АЭС расшифровывается как атомная электростанция. Ну вот мы и приплыли почти. Где нам здесь пришвартоваться можно? Так, тихо, обороты скидываем в минус. А, вон, там в тени лесенка, я нифига не вижу. Весь прикол, что если я сейчас так вот встану, я ж потом не развернусь. Ладно, фиг с ним. Эту проблему я решу потом. Вылазим, значит. Берем коробочки и потарабанили их. Как же здесь темно и страшно. Можно мне фонарик? Пожалуйста. Блин, двигатель забыл отключить. Сейчас решим вопрос. Так, все. Насчет того, что лодка тонет, ну что поделать, буду с черпаком ездить тогда. Вычерпывать буду. Пойдем-ка сюда зайдем, посмотрим, что у них тут есть. Здравствуйте. О, туалетик. Давно хотел, пойдем забежим. Фух, кровать? Серьезно, это вроде как не кровать. Ну давай попробуем. О, мы легли на туалет. Офигеть. Давай, короче, мы поспим до утра. Вот это я понимаю. Нет, я хочу до утра. Можно до утра? Ну, пожалуйста, до утра. Новая миссия какая-то появилась. Во, все, утро. Ништяк. Встаем. Два дня проспал, ты прикинь. Че, здесь сейф какой-то есть? Кстати, как это я из туалета на кровать переместился? Непонятно. А, ну все понятно, сквозь стенку, ясно. Все, теперь можно спокойно коробочки перетащить. Кстати, на удивление, их никто не свистнул за два дня, пока я отдыхал и спал. А как нам подняться туда, на второй этаж? А, нужно в лифт все погрузить. Все понятно, я во тьме нифига не видел. И даже этот лифт. Поэтому я этот лифт грузовой пропустил. Значит, грузим наши коробочки туда. Чего? Миссия провалена? Серьезно, что ли? Не, ну ты прикинь только. Поспал два дня и миссию провалил. Нехрен было дрыхнуть. Зато я фонарик нашел. Вот так-то лучше. Сейчас по-новому разгрузимся. Все, готово. Надо закрыть как-то эти... Это что? Это я нажимаю, это я закрываю двери. Но подожди, я-то не залез. Обратно, вниз сидеть, говорю. Видимо, мне нужно вот эти кнопки нажимать, да? Наверх, поехали. О, да. Мчим наверх с тобой мы. Сейчас получим бабки за коробки. Нифига себе тут построечка. Открывайте ворота, я несу коробки. Ну да, это АЭС. Ну и трубень здесь. Коробки нам нужно поднести вот сюда, к этому месту. Одна готова. Ну, в принципе, и все. Третья коробочка мне должны дать бабочки. Пожалуйста. Оу-е! Рычажная подвесочка у меня появилась. И дали 11 тысяч баксов. Спасибо вам, добрые люди. Пойдем зайдем сюда, посмотрим, что у них здесь есть. Может, что-нибудь стащить можно. Ого. Кнопочки есть. Понажимать можно? Ой. Что-то, походу, зря я это сделал, да? А куда она, интересно, опускается? Ладно, пускай она пока опускается. Мы здесь видим с тобой сейф. Возможно ли его открыть? О, нифига себе. Где бабочки? Ух ты, ёшки-шматрёшки ж. Сколько тут всего. А там, видимо, реактор, да? Вон там внизу. Вот это вот. Офигеть, вот это лаборатория. Наверное, мне лучше не стоит сюда заходить. Давай дверь закроем. Потому что мало ли здесь радиация, еще что-нибудь. Че, он еще опускается вниз? Нифига себе, как глубоко. Ладно, о, радиоактивные отходы. Давай бочку туда скинем, сейчас как бомбанет. Бомбанет, не, как думаешь? Не, по-моему, пофиг вообще. Кстати, она вроде бы спустилась. Окончательно. Но спускаться я туда не буду. В общем, на этом все. Миссия комплит у нас. Туман? Серьезно, туман? На этом прекрасном утре, где нифига не видно, даже рассвета, предлагаю тебе остановиться. Если тебе понравилась эта игруха, то с тебя лайкос, комментос, а также подписончик, если ты еще не подписался. Ну а на этом все. Спасибо тебе за просмотр и пока. Увидимся в новом видео.